типа с понтом такая бригада, стая пошла на охоту. А и стегозавры немножко меня тут позорят. Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем играть в игрушку Ark Survival Evolved. DLC Aberration. У меня тут рапторы, что-то я смотрю, перенервничали. У меня очень много уже яиц рапторовских. Сколько у меня? У меня тут... Ой, сколько их, вон вообще. Все у меня динозавры перенервничали и так далее. Короче, сегодня наша задача собрать ловушку. Она, в принципе, у меня готова. Вот, вот и вот. Собираем ловушку и ловим опустошителя. План пока что, в принципе, такой. В тот раз он у нас деревянную сломал, поэтому сейчас мы будем использовать каменную. Я предлагаю, наверное, сходить туда же, где мы и закончили. Там наша ловушка стоит, только мы чуть-чуть правее сместимся. Как-то так. Обалдеть, их там 6 штук, ёшкин кот. Нам вот 72-ю надо как-то выдернуть. Короче, там две бригады у них сошлись. Больше я пока никого не вижу. Самое поганое, что у них торпора и пономать сколько надо. У того было 3300, но это где-то 2800, наверное, да, будет. Какая из них наша вот 72-я? 2600. Ну, не намного, конечно, лучше, но... Что же делать? Так, давай тогда вот тут ловушечку замутим. Ох ты, ничего, ты провалился-то, а? Слышь, давай выплывай, блин. Так, короче, ловушку будем строить, наверное, где-то вот тут. Да подожди ты, вот так вот делай. Во, нормально, короче, делаем в этот раз уже каменная крутая ловушка. Все дела. Мы типа опытные, я, честно говоря, не думал, что они, ну, прям так уж сильно будут вламывать. Но, тем не менее, что-то они как-то зачем-то вот такие вот злые. Теперь самый главный вопрос. Как сделать так, чтобы отделить нужных от ненужных? И так, чтобы нас не съели. Давайте мы подойдем. Стрельнем. Слышите? Псины. Ой, попрыгали, попрыгали-то куда? В смысле? Ой, нет, бегут, бегут, бегут. Показалось это... Ой, это плохо. Вы же умные? Вы что, до хрена умные? Слышь, так, секунду. Так, во-первых, стопэ! Стопэ! На-на. Так, первый минус, нормально. Сейчас мы тебя си... Да, твою же за ногу. Сейчас, подожди, к тебе сзади подойду. Короче, к этим псинам только подходить сзади. Сейчас мы их все в морды натыкаем. Так, давайте потом. Так, кто из вас кто? Ты 56-я, ты 26-я. Вот ты мне не нужна. Вот, я тебя вот так буду сейчас тыкать, я тебя сейчас завалю. А остальных мы будем, короче, думать, как убивать. О, отлично, морду высунула, молодец, молодец. Вообще красавица. Или красавец, самец, мужик. Хорош, первый минус, так, стоп. Ты 64-й, ты мне нужен. Ты какой? Ты 4-й, ты мне нафиг не уперся. Давай, короче, вали из моей ловушки. Не для тебя строилась, слышь. Короче, нормально, сейчас мы всех перевалим. Только, блин, кусучие сволочи. Так. Кстати говоря, они почему-то не наносят дамаг этой ловушки, довольно странно. Так, 56-я, в принципе, тоже нам нужна. 72-я, 56-я, 64-я. Но у меня столько их нету. Стрел. Но сделать-то я их могу. Давайте, короче, наверное, всех будем выносить. Они вроде как без кипиша пока. Ну, давайте начнем. У кого там торпор-то поменьше? Да, у них у всех одинаково. Давайте тогда с большой начнем. Вот, стоит-то хорошо. На, лобешник! И понеслась. Они реально не ломают ведь эту почему-то каменную. Может, они дерево могут, а камень нет. Тут, честно, не знаю, ребят, скажу. Наверное, да. Ой, вот это я, кстати, не учел. Они же перепрыгнуть могут. А как-то так, чтобы она, короче, не прыгала. Псины драные, арбалет сломали. Так, слушай, Дидик. Пацаны, мочи его. Заколевал, не бейт. Короче, арбалет сейчас возьмем. Сделаем попутно побольше стрел. В целом там нормально все получается, но долго, долго, долго. А, ну да, конечно, ага. Типа лежачих не бьют, лежачих добивают. Так, хорошо, давайте, значит, делаем арбалетик новый. Да, в принципе, можно это починить. Делаем стрелы и идем допуливать их, собственно. Что такое? Где такое? Опа! Не. Слышь. Ладно. Вручную возьму, где он. Вот он. Эй, плавится. Да, ребятки, это вам не моды. Это вам вообще капец. Так, давайте на пассив поставим всех пока что.
Ты слышал, что на пассиве надо ставить? Молодец. Так, где там 72-й мой? С топором, с большучим уже. Сколько у тебя там топора уже? 1600, нормально, почти не просела, на соточку где-то упала, не страшно. Так, надо его, короче, опять вырубать, вот он. Он, кстати, вообще какой-то дерганный стал. Бегает, боится, хвост поджал. Блин. А вот нехрен было, паразавр, дебил. Сейчас из-за тебя, если они еще убегут, вообще будет красота просто. Да тихо ты, не ори. Вот, вот он, где, вот, вот. Да он, зараза, бегает у меня, запарил. Вот видите, как хорошо, что он на нейтраль... Ой, на пассив поставил, иначе было плохо очень. Так. Вот так вот и приходится его уже выслеживать второй раз. Реально, не знаю, почему, но он психует, что-то бегает, боится. Это примерно нам нужно в него штук 10-12 пулек попасть. В смысле, не пулек, в смысле, стрела. Каждая стрела около 80 топора, если не ошибаюсь, дает. А у него еще чуть больше косаря. Должен уже упасть. 24-я стрела идет. 25-я, считал. Да, вот отлично, 25. В среднем где-то 25-30 стрел надо вот на такие левелы. Ну, я, честно говоря, вам не советую вообще, в принципе, охотиться с луком, со стрелами, потому что это очень геморройно, но пока дротиков нету, а ездить на чем-то надо. В принципе, как вариант, вот это довольно неплохой, так вот, ловушечками и так далее. Короче, у нас три тушки, как бы мне теперь какой-нибудь из них подлезть. Так, это, вот ты какая тушка? Черт, я еще застрял. Так, у меня барашка есть, все есть, в принципе, ладно, не страшно. Давайте им по 5 барашек загрузим в каждую тушку, я думаю, им должно хватить, а там... Они встанут, и, может быть, я размогусь. О, и в этого. Все, нормальненько ждем. Давайте раз на раз с рапторами. Один на один. Без всякой подмоги, без всего. Просто вот так, болос. И два раптора и енот. На-на. А второму похрену. Просто они мелкие, были бы они нормального левела. Конечно, дело, я бы их, это, к себе бы притомил. Но что-то уж за 20 левела не хочу просто. Просто неохота. Так на них даже болос жалко тратить. Но без болоса и без брони что-то покопали на немножко. Все-таки они меня загрызут. Они простым путем, что они просто запрыгнут. А это я не хочу. Так, ну-ка, раптор, у тебя ничего нету. А ты что было? Ну-ка. Так, ну это амнезийка. Амнезия нам не нужна. Кстати говоря, стрелы-то нам нужны. Можно, в принципе, мишку попробовать притомить. Сколько там? Но он тоже мелкий, как бы сильно нам не нужен. А лучше, наверное, его завалить. Реально. Да что ты ко мне докопалась? А, слышь ты. Ладно, давайте пока не будем ничего делать. Нам немножко осталось левел прокачать, чтобы у нас появился станок. А там уже посмотрим. Сейчас мы приручим. О, один есть уже, отлично. Один нормально. Они по 2 соточки просто хомячат. Им нужно реально 200, чтобы у голода было. Только тогда они начинают хомячить барашку. Зато с барашки они очень неплохо приручаются на самом деле. Он сейчас будет хомячить уже, нормально. О, хорош, натуральная армия появилась. Так, это надо подобрать. Подобрать. Пацаны, за мной. Сейчас пойдем охотиться. Сейчас мы вас развивать пойдем. Мне тем более чуть левела осталось, чтобы на вас седло сделать. Так, стопы. Это надо сейчас обратно поставить. Так, и вот так. Так, где-то мой тут крупничок. Нет, стоп. Вот ты, да? Да, ты. Пацаны. Оп, оп, оп. Поехали. Поехали месить кого-нибудь. Всех подряд месить будем. Тут где-то вон парацер ходит. Пацаны, мочи козла. Нормально, пошла бригада. Вот это я понимаю. Вот это вообще красота. Они прыгают еще, если так прикольно. Хорош, 20-го парацера только в пусто ржали. Нифига у меня тут барашков. Так. Надо, короче, еще левела прокачать. Так, давайте, короче, вот этого. Бейте, чтобы не успел спрятаться. Хе! Колобок хренов. Взял, заныкался. Короче. Я реально себе... О, отлично, все, седло хочу. Теперь у меня сейчас будет седло, поедем кататься на... На опустошителе. Так, я, наверное, скачаю себе вот так КП. Так, давайте тогда до дома сначала. Передислоцируемся, о. Блин, меня пацаны кинули! Остался только топчик раптора и топчик опустошителя. Остальные, я не знаю, где потерялись по дороге. Сволочуги, а? Так, сейчас, давай, мочи-мочи. А я ж тут, блин, напал уже. Я ж тут крутой, типа, за мной пацаны. За мной, типа, бригада такая. И вот, как вот я вот очень, это, плохо выгляжу, в общем. Так, а где он?
Я что-то не понял. Так. Что за фигня? Где моя бригада? Вот моя бригада потерялась. Какого хрена? Один. Так. Нифига себе. Вот это кидалово, да, сейчас было, ребят, представляете? А прикинь бы я там на спинозаврика бы нарвался. Я отмогу. Не глядя. Вот другое дело. Пацаны, поехали. Пацаны. Что за фигня? Как-то вот очень странно вот это вот работает система. Пацаны, вот, атакуйте. Вот он ходит. Да в смысле, бляха-муха? Давай, бей его, а. Заколебали. Все им показывать надо, а. Во, так-то лучше. Так, кто-то у меня тут где-то еще шарился. Короче, я тут решил немножечко их прокачать, перебить всех в округе и сказать, что енот теперь тут главный. Ну, или как минимум до тех пор, пока сюда не прилетит Триппер или не припрется Дрейк. А они это сделать могут. Собственно, мы сейчас и пойдем кого-нибудь такого, да, искать. А я еще, конечно, хочу что-нибудь сообразить с Каркиносом. На нем тоже было бы неплохо, но пока, я думаю, рановато. Давайте их попробуем, наверное, спарить. Вот есть у меня такой вот мысль такая. Поведение, включить блуждание и стопы. Давайте, да, их спарим. Хочу посмотреть, кто из них вылупится. Так, ты же все верно сделал, готов к спариванию. Во, пошло спаривание. Там просто будет привязка, и в целом, даже если он хотя бы вот где-то вот сотого левела вылупится, это будет вообще замечательно. Потому что реально, плюс привязки и так далее, он довольно серьезный такой боец будет. И вот я хочу себе серьезного бойца, прежде чем куда-то вообще идти тут. Тут так опасно так-то. Оп, родилась зверюга. Ай, убежала зверюга. Стопэ, стой, да. Ага, молодец, хороший красавчик. Так, поведение, отключить блуждание. Так, что у тебя по жертве? Да, у тебя в целом нормальненько все. Ну, на. Хорош. Давай, расти большой, не скучай. Через сколько? 30 секунд, внимание. А ты не успеешь вырасти к этому времени? Не, смотрите, 1500 хп у него уже. 232%. По-моему, по панику пошел. 1500, да, по панику. Ну, рады, что у него дамаг чуть послабее. Но он еще малыш, у него еще нету привязки. Сейчас у него все будет. Сейчас у него будет вообще хорошее, замечательное будущее, если его не сидят. Что тоже немаловероятно. Мне кажется, его съедят. Яйцо скального Дрейка корму подавайте. Ни хрена себе. Слышь, давайте я просто обниму и там погуляем с тобой, не? Вообще никак. Так, короче, давайте второго так и родим. Че нет там, блин, нифига себе. А ты через сколько можешь спариваться, прошу прощения, дамочка? Через минуту. Хорошо, вообще замечательно. Короче, я сейчас их поражаю. Еще одного рожу. Да-да, нет-нет. Получится хорошо. Нет, значит... Ну, молодец в целом. Молодец, знает, что надо делать. Короче, сейчас мы еще одного пробуем родить. Получится, значит, да. Нет, значит, так пойдем. Ну вот, вот с этим, я думаю, мы сдружимся. Смотри, 50%, да, только. Ну ладно, хоть 50% и то неплохо, хоть как-то. Всяко получше, чем совсем никак. Ну ладно. Блин, 50% маловато. Ладно, теперь, собственно, самый-то главный вопрос. Вообще, просто главнее его не придумать. А где тут нефть на этой карте? Это вот я никогда не заморачивался. Короче, это будет типа вожак. Такого левела вожак. 104-го. Нормально, немножко прокачаем. Сейчас, короче, пойдем искать нефть. Во. Типа с понтом такая бригада. Стая пошла на охоту. А и стегозавры немножко меня тут позорят. Короче, а такой сейчас бригадой крутой, офигевший, охреневший просто в край. Мы пойдем искать нефть, мы пойдем искать того, кого может сожрать. Попутно мне нужен кристалл и что-то еще. Давайте мы захватим на всякий случай рапторов, потому что это сейчас было сделано для понта на камеру. Как обычно, вы знаете, реклама там BMW, там Mercedes, Porsche, какой-нибудь еще какой-нибудь хрень такой, да? Показывают-то с лучшей стороны. Вот и мы точно так же шли, типа с понтом, типа крутая, большая такая бригада. Правда, я совершенно не представляю, куда нам надо бы сходить. Я думаю, наверное... Мы, наверное, туда пойдем. Как минимум, там есть точно металл. Поэтому давайте туда сходим. Пацаны! Сосиска убегает! Пацаны! Еще раз говорю, сосиска убегает. Короче, у меня такое ощущение, что они... Не лупят того, кто не может дать сдачи.
Ну ладно, я как-то вот эту команду не сильно часто использовал. И поэтому у меня таких как бы проблем не возникало. Так, все, идем, короче, думать, кому набить морду. И самое главное, мы ищем нефть. В общем, ребят, я был немножко неправ в плане команды, я понял. Она работает только когда я не на зверюге. Если я на зверюге, то они атакуют то же самое, что и я. Ну, либо, ну, короче, вот так вот они не работают. То есть я должен сам первый бой пойти. Вот поэтому вот так у пацанчики. Ну, а там уже как стоит, соответственно. Нормально, о, как пираньи. Все, почему? Да потому что мы банда. Слышь, давай двигайся. Пацаны, давайте вон это, жуков ковайте. У меня кот, это лучше находится на этих комаров. Так, рапторы. Секунду, какого левела раптор? Хороший раптор. Так, пацаны. Нет, пацаны, давайте я вас отведу. Я вас не буду ставить на пассив. Я вас отведу. Короче, тех неудачников уже завалили. А мои кого-то бьют следующего неудачника. А кого они завалили? Мне кажется, я не совсем уверен. Но, по-моему, тут пробегал скорпиончик. Где мой альфачик? Вот мой альфачик. Попрыгали, пацаны, за мной. Хорош. Пойдемте кого-нибудь вон. Стега завалим. Блин, я вообще доволен. Мне много раз писали просто: создай ты себе вот такую бригаду, банду и так далее. Прям это, кто не, я не знаю, стаю создай. Ходи, всех нагибай. И чё я ни разу не создал? Слышите, пацаны? А, я догадываюсь, почему я не... Нет, нормально. Почему я ни разу ее не создал? Там железо было? Точно! Железо. Хорош. Итак, у нас тут медведь. И у нас тут наши... конкуренты, слышь, какого левела? 32-й, 8-й, ой, фу. Давайте медведа сначала грохнем. Он довольно неплохо, кстати, вшатывает. Его довольно тяжело как бы томить стрелами, поэтому даже не заморачиваюсь. Дротиками можно, стрелами это штук 50-70 стрел надо вот на такого хорошего. А куда ты ломанулся, пацаны, лови его, молодцы. Че, красавчики, о! Понаехали тут. Где тут кристаллы были? Вот, я вообще кристаллом шел-то. А вот теперь начинается уже хрень поинтереснее. В принципе, саркозук штука неплохая, но слишком маленькая. Будь у него левел побольше, я бы его, конечно, бы притомил. Так, ну давайте его завалим. Спинозаврик, все дела. Короче, я спустился вниз специально, хочу... Нормально. Хорошо. Хочу пошариться. Мне кажется, тут должна быть где-то, блин, нефть. Единственное, я вот немножко побаиваюсь картинесов. Насколько я помню, у них... дамаг по ним меньше идет. Хотя я не совсем в этом уверен. Там, по-моему, 10% по-моему, от дамага идет. Ой, выдра. Пацаны? А пацаны-то умные. Ха! А вы как там оказались? Слэш. Пацаны. Пацаны. Пацаны нас сейчас бить будут. К слову говоря. О, нормально, нормально, пацанчики, смотрите, влетели. Нет, я был неправ, они вообще лупят по полной. По-моему, с каркинусами какая-то ерунда такая есть. То ли когда он прирученный, то ли когда еще он какой-то. Ну, короче, по нему идет очень маленький дамаг. Не то, что он очень маленький, но маленький, он неплохой танк. Я говорю сейчас не про то, что когда светло, не светло. Как с триперами, нет, там какая-то другая система. Они какие-то вообще маленькие все. Ну, в принципе, нам какая разница. О, спина. Сейчас мы тебя сидим. Хорош. Нормально, мочи, мочи, мочи. Все, пацаны побежали. Отстаньте от этого трупика несчастного. Побежали. Нашего опустошителя сожрал какой-то опустошитель. Только я не понял, кто и кого и когда, пиранька. Так, давайте, короче, всех валить. Тут опустошителей-то не было. Что за фигня? Короче, мочим, пацаны, всех, все, в атаку, в атаку. Короче, мне нравится вот эта вот идея, вот так вот толпой-то бегать, это вообще прекрасно. Правда, тут непонятно, кто где кого мочит, но тем не менее. О, спинозаврики. Надо, короче, нам срочно делать ружье с дротиками и долбить просто всех так. Тут что-то вон, картина свыеживается. Так, пацаны, собрались, собрались. Тут вообще месиво какое-то. Тут, короче, кажется, там за себя, блин, надо вот этого завалить сначала. Давайте его мочим-мочим, парни. Парни, хорош. Так, вот этого надо теперь завалить. Я же говорю, тут вообще кажется на себя уже. Махач идет просто не на жизнь, а на смерть. При этом очень обидно, что нашего опустошителя кого-то завалили. Ну ладно, нам надо их нарожать будет еще. Очень-очень много. Нет, за крабом мы не пойдем.
Хотя, в принципе, рапторы могут его загрызть, потому что рапторы могут в воде драться, а вот мы почему-то не можем на опустошителях. И это очень-очень печально. Нормально, пираньку сожрали. Все-таки я не могу понять, где найти нефть. Пока что это основная наша, ребятки, задача. В общем, ребятки, шли там и все верно, все правильно, прям вообще идеально. Только не в ту сторону нахрен. Короче, мы сейчас находимся вот тут. А нам нужно вон туда. Собственно, туда мы идем. Я специально открыл карту, посмотрел. Там есть нефть. Вариант, конечно, был еще с трилобитами. Я их немножко погрыз, но что-то там совсем как-то копейки падают. Поэтому как-то неинтересно. Так, пацаны в атаку. Пацаны в... Понятно. Нам главное прыгать. О, прыгаем. Они там сами, потому что иначе меня снимут и... Блин, придется опять стирать одежду, все дела. Кому это нафиг надо? Лежать под раптором, которого в это время пытается себя покусать. Не хочу. Ёптите, куда я забрался-то, ребятки? Короче, куда-то я забрался. Мои внизу ждут. Охренеть, я же сюда выход-то не найду. Черт, я уже, по-моему, потерялся, не? Не-не, вот, нормальный выход есть. Это, я так понимаю, поверхность, наверное, да? Или что, или где? Надо, короче, как-то очень аккуратно, наверное, ходить тут. Ты тихо так, блин, собака-псина маленькая, которая пугает. Я там, короче, какой-то нашел этот, про динозавра что-то было написано. Какой перегрев, тихо. Я вот ни разу не был. Но тут написано, что нефть есть. Так, это как бы ладно. Как мне отсюда выбраться, самое-то главное. Все фигня. А, ну в принципе идем вот туда. Откуда солнце, туда и идем. Точно, да, все нормально. Охренеть. Так, да, я пришел отсюда. Короче, нужно разобраться что-то. Время сколько? Ага, 5 вечера. Что-то там, помню, такое говорили. День, ночь, это что? Это металл. Так. Мне бы найти чуть-чуть нефти. Она вроде где-то вон там должна быть. Я, короче, пожалуй, так пойду. В общем, хорошенько там пошарившись и увидев только один путь движения наверх именно, я понял, что нам там пока совершенно делать нечего. И, соответственно, я туда пока не пойду. Нам пока хватит вполне себе трилобитов для того, чтобы создать обычный самый станок. А больше-то нам, по большому счету, нефть-то особо-то не нужна. Так, для питания. Ну, это, я думаю, мы сделаем. Сейчас штук 10 их завалю. Нам их хватит за глаза. Просто вот они тут на каждом углу бегают. Вот, да и все. И сделаем сейчас мы станок спокойненько через трилобитов. Делов-то. Ну вот, так-то гораздо красивее. Во-первых, у нас теперь есть станок. Во-вторых, скоро я себе поставлю вот такую вот гриль промышленную. В принципе, все на нее есть. Осталось только дождаться, пока наплавится металл. Сколько там он плавится еще? Немножко еще доплавится. Цементная паста тоже. Все есть, все шикарно, все отлично. И я сделал, ребятки, телепорт. Правда, я еще не успел заклеймить никого, потому что у меня еще жареное мясо жарится. В смысле, сырое мясо жарится. Зато телепортик теперь есть по полной. И мы спокойненько можем уже залазить в самую задницу, не боясь того, что мы где-то что-то как-то потеряемся. Ну что ж, в следующей серии, я думаю, мы уже всех заклеймим. Попробуем куда-нибудь смотаться, наверное, вон туда попробуем. И я хочу все-таки приручить какую-нибудь такую зверюгу, на которую можно будет, в принципе, уже более-менее бесстрашно, так скажем, ездить. То есть, или спинозаврика, или еще кого-то в этом духе. Наверное, мы спинозавра и погоняем. Я знаю, его можно стрелами спокойненько вырубить, примерно 100-го левела. Но геморройно. Но, тем не менее, наверное, мы этим заморочимся. Ну что ж, а на этом все. Все ссылки будут в описании под видео, если вам серия понравилась. Давайте большой палец вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Всем удачи, всем пока.